анонс и точно дата выхода 50-й серии турецкого сериала «Основание Осман». 50-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Лена родила мальчика, и Савджи был очень рад этому событию. Лена никак не может смириться со смертью Байходжу. На могиле своего сына Лена и Савджи проливали слезы, а затем рассказали о том, что они отомстили его убийце. Николай получает сообщение, что Осману удалось выбраться из ловушки, а Флатиус находится в плену у Каи. Император дал Николаю последний шанс, но на этот раз он представит ему помощника. Этот человек уже давно желает отомстить Осману за смерть брата. Если на этот раз Николай не сможет справиться со своим заданием, то лишится головы. Осман поручил Гектугу важную миссию, но от него до сих пор нет никаких новостей. У него появляется чувство, что что-то пошло не так. Когда в шатер пришла Малхун Хатун, то это насторожило Балу. Она рассказала Осману про приезд отца, но об этом знают только они втроем. Бала сообщила Осману, что Малхун считает, среди их общества есть предатель, и поэтому относится с таким недоверием. Дюндар не понимает, как Осману удалось одержать победу над таким большим войском и, ко всему прочему, захватить Флатиуса. Черный шаман Тогай приближает к Осману, и ему грозит большая опасность, о которой он не подозревает. Но вскоре Осману становится известно о том, что у него появился новый враг, обладающий невероятной силой. Напомним, 50-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.